Надеюсь, здесь у меня получится спрятаться. И меня никто не заметит. Ага. Ну, собственно, я так и думал. Я был полностью... Ларус! Ты чего это тут? Следишь за кем-то? Ну с ума сошел, ты чё? Помоги встать, сам вставай. Что стряслось? Лёнь, да чё, смотри. Мне кажется, что у Нубкина кока-кольная зависимость. Это очень плохо. Кока что? Да кока-колу он любит слишком сильно. Лёнь. И чё? Я тоже ее люблю. Я ее вообще каждую неделю пью, наверное. А он каждый день. Как-то раз я у него попросил попить. Чё говорит? Я говорю, Нубкин, жара сегодня капец. Я уже обезвожен. Я хочу очень сильно пить. Входи, купи. У меня нет ничего. Блин, Нубкин, вообще прям ничего нет. Нет. А, так пить хочется, что аж из речки бы сейчас взял и поп... Не понял. Ты сказал, что у тебя нету попить. А в руках огромная 2-литровая бутылка колы. Кока-кола моя. В смысле? Ты со мной даже не поделишься? Не дам кока-колу. Уйди отсюда, пиявка. Я сказал, это моя кола. Да Нубкин, все, я услышал. Ладно, все, встань. Так и было? Реально? Да я тебе говорю, Лёнь, он меня избил просто за эту колу, вообще жесть. Пойдём-ка за ним проследим. Да нет у него никакой зависимости кока-кольной, чё за ним следить-то? Нет кока-кольной зависимости? Лёнь, ты видел его дом? Да это просто совпадение. Ну любит он колу. Я вот люблю Леониди... Ой... Ты хотел сказать, что любишь Леонидию? Походу, да, он кока-кольный. Это просто жесть. Лёнь, мы должны срочно отучить его от этой вредной привычки. И какой у тебя план? Сейчас, секунду. Есть у меня один вариант. Так. Давай, бери трубку. У меня второй вариант был всегда. Тихо, я звоню уже ему. 97, 98, 99 и... 100! Вся кока-кола на месте, я просто обожаю ку... Ты там звони! Да. Алло? Здравствуйте! Да, алло, здравствуйте, это Нубкин? Да, это я, Нубкин! Вы по адресу? Ага, вам тут доставка кока-колы на другом конце города. Ещё! Улица Алмазная, дом 38. Что там? Я выезжаю! До свидания. Ждем вас, ждем. Кому звонишь? Дайте мне минуту! Ну, кажется, получилось. Ну чё? Я боюсь, мне страшно. Стой. Ты пойдешь со мной. Чё там бояться-то? Ты думаешь, что у него там что, страшилка в доме? Ладно, иду. Только можно это? Загадку отгадайте. Ладно, давай, что там за загадка? Нет, иди нафиг, какая загадка, Лёнь, у нас же дело. Совсем уже. Вас отвлекать от просмотра хочет? Ну нет. Обалдеть, сколько у него колы. Лёнь, значит, по моей задумке, дай-ка мне эндержемчуг. Чё ты на меня так вылупился? Чего нафиг? Как писали зрители в комментариях, у тебя сейчас шары выкатятся. Я за год меньше пью колы. Ну да, Лёнь, я и говорю, проблема вселенских масштабов. Что ты делаешь? Лёнь, откуда у тебя ракетница? Я устал стоять. Дай мне эндержемчуг, сейчас же. Откуда он у меня? Иди тогда, эндер-дракон, убивай кого там эндерменов, давай бегом. Сейчас, подожди, он тут... Дай глаза. Спасибо, бро. Опа! Ты серьезно, а? Ладно, в общем, давай к делу. Смотри, Лёнь, я выбрал самую незаметную бутылку. Она будет вот эта. Я в нее сейчас телепорт. Что ты делаешь? Дай жемчуг. Ну. Да, Лёнь! О, короче, смотри, стой на шухере так, чтобы Нубкин сюда не пришел не вовремя, ясно? Все, я телепортируюсь в бутылку. На счет 3. Надеюсь, вы лайк поставили. 1, 2, 3. И чего? Я здесь? Ого! Кола, где моя доставка? О, прицел! Алмазная, дом 38. Нет никакой колы! Мне нужно срочно домой! Блин! Нубкин идет! Ладус! Давай, выходи! Там Нубкин идет, Ладус! Да че он там разорался-то так? Обалдеть! Видали, сколько в коле сахара? А я говорил, ее нельзя пить, особенно уж каждый день. Так, ладно, нужно разобраться. Смотри-ка, целая гора сахара. Нужно понять, куда здесь идти. Че это было только что? Стоп! Молния была где-то там. Погоди, не-не-не-не-не-не-не. Ну-ка.
Что здесь такое? Это рычаг! Ну, давай! И что? Секретная дверь разблокирована. Да ладно. Секретная дверь. Вот она. Ну все, сейчас-то мы решим проблему. Потому что дело вовсе не в сахаре. Нубкин не может быть только из-за него агрессивным. Дело в другом. И я сейчас отыщу в чем. Ответ должен крыться где-то тут. О, во, я же говорил. Две двери. Так, и что? Да. Нет. Что это все значит? Что за звук? Ты кто? Меня никто не любит в Майне. Это факт. Я же никого не трогаю. Я прикольная такая. Иди куда-нибудь. Стой. Меня попросили вопрос тебе. Какой еще вопрос? Вопрос задать. Сейчас я еще с чешуйницей не общался. Иди вон. Ты меня любишь? Задавай нормальный вопрос, быстро. А, ой, другой. Ну? Известен ли рецепт Кока-Колы? Да или нет? Это да? Это нет. Иди. Ой-о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 й. Известен ли рецепт колы? Ну, я думаю, что нет. Это, скорее всего, правильный ответ, потому что если бы был... Да сейчас я выйду, Лен, сейчас! Если бы он был известен, то ее бы варили все. Видимо, это был неправильный ответ. Ну, тогда ответ да, что поделать-то? Давай. В смысле? Чего нафиг? Стоп. Это тут изначально была надпись? Такая маленькая. Че там написано? Проход дальше за одну подписку безымянным пальцем левой руки. Да легко. Я думаю, вы справитесь. 5 секунд. Ребят, у вас 5 секунд. Подписывайтесь прямо сейчас. 4, уже 3. Что? Одна? Я не знаю, успели вы или нет. Сейчас проверим. Вы просто лучшие, чуваки. Смотрите, что здесь происходит. Тут какие-то красные следы, и они явно ведут вот в ту сторону. А на всякий случай я приготовлю меч. Жалко, у меня нету другого оружия. Ну ничего, сейчас мы проверим, что здесь происходит. Мы найдем ответ, почему у Нубкина такая сильная зависимость. И чё? Тут ничего нет. Стой, ты подожди! Это сверхстранный чел! Так, давай, успокаиваемся! Спокойно, сейчас мы с тобой... Да чё с тобой разбираться-то? Стоять, иди в лаву! Погодите-ка, я справился только с одним монстром! Но он же находится в каждой бутылке Нубкина! Ладус, быстрее! Он уже близко! Да здесь я, Лён, здесь! Я понял, в чем проблема. Я не думал, что ты узнаешь. Стоп. Узнаю о чем. Ну что, штаны твои сзади не порвались просто так, а я их надрезал, и когда ты... А ты о чем? Леня, вот сейчас было бы у меня побольше времени, я б тебя, как истинную шоколадку, растопил бы в кастрюле. Ясно? Я пойду, наверное, Нубкина отвлеку. Ставлю на то, что он не дойдет. Короче, я сейчас заберу вот этот пак бутылок. И пойдемте-ка за мной. Все готово. Осталось закрыть. Ты программу подготовил? Куда жмать? Ладно, давай я сам. Отойди. Мешаешься здесь только, Пинки. Все, поехали. Ты так будешь печатать реально целую вечность. Ты... Ладно, сейчас мы эту вылеченную бутылку заклонируем. Отлично, все получилось. Теперь мне нужно достать все это добро, потому что оно абсолютно теперь безвредное, кроме сахара. Сахар все еще, фу, сахар вреден. Забираем бутылки и погнали к Нубкину. Про, подожди, стой, давай погуляем. Да, нет, я хочу свою колу. Кола, 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 жди меня. Я выпью тебя. О, нет, он уже идет. Мне нужно поторопиться. Я сделаю вот так. Это будет самым правильным решением. Бегом, 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 бегом. Сейчас главное не упасть в грязь лицом. Давай, 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 я должен успеть, должен успеть. Все, последние пачки остались. Ладус! Ой. Ты чё делаешь? Нубкин, я просто... я... Зак, мою колу! Не-не-не-не, стой. Вот же, Нубкин, вот, бери, пей на здоровье. О, спасибо, пойду еще чипсы поем. Блин!